Привет, ребята! В эфире пятый выпуск программы «Дэнди. Новая реальность». Я уверен, что наша передача нашла среди вас множество поклонников. Еще бы, ведь если бы не наша программа, как бы вы смогли ориентироваться в многочисленных играх, которые поступают в магазины торговой сети «Дэнди» почти каждый день? Как бы вы догадались, как проходить те или иные сложные игры до самого конца? Как бы вы могли узнать хитрые коварные секреты, которых полно внутри каждого картриджа? И, наконец, как бы вы смогли, например, узнать о волшебном переходнике Мега Кей, без которого, наверное, не может обойтись ни один уважающий себя игрок. Семья Дэнди растет с каждым днем, а мы выходим в эфир каждую неделю по субботам и в повторе по четвергам. Итак, мы открываем вам дверь в мир новой реальности, в мир компьютерных игр. Сегодня в нашей программе Street Fighter для Дэнди и Капитан Крюк для Сеги. Мы подводим итоги нашей первой викторины и познакомим вас с одной из победительниц. Мы проведем заочную электронную лотерею среди обладателей приставки Дэнди. Как всегда, в нашей программе обзоры писем, игр и всевозможных секретов. Мир новой реальности, мир находок, открытий, радостей и разочарований. Наша передача выходит в эфир уже больше месяца. И каждый день мы получаем огромное количество писем. Спасибо вам огромное за эту почту. Мне безумно интересно ее читать. Но, к сожалению, почти в каждом письме неправильные ответы на наши викторины. Знаете, вы как-то сразу бросились от желания получить какой-то приз, бросились отвечать на эти вопросы, не имея достаточной подготовки. И только в редких письмах, которые мне наиболее приятны, есть конкретные вопросы по играм, есть какая-то информация о том, какие у вас приставки, какие картриджи. Вот нам это как раз гораздо важнее, чем ответы на викторину. Хотя и на викторину отвечать тоже нужно. И вот в одном из писем, например, от Саши Ларина из Москвы, я увидел такую просьбу. Мне очень нравится ваша передача. Мне хотелось бы, чтобы она выходила регулярно. Она, Саша, выходит регулярно каждую неделю по субботам и четвергам. Не пропусти, если ты пропустишь ее в субботу, то в четверг в повторе, в час дня, ты всегда сможешь ее посмотреть. Так вот, у меня есть приставка Dendy Classic и всего один картридж. После школы я все время провожу за компьютером, регулярно слежу за новинками, посещая все фирменные магазины. Я хотел бы узнать, какой мне картридж купить, если я люблю боевики, драки и всякие погони. Но если у тебя приставка Dendy Classic, значит, это 8-битная приставка, и тебя интересуют вот такие вот маленькие картриджи для Dendy. Если ты любишь драки, если ты любишь погони, если у тебя хорошая реакция и быстрые пальцы, то тебе, наверное, нужно купить в качестве своего следующего картриджа вот этот. Street Fighter 2. Замечательная игра, и сейчас я хочу, чтобы вы потратили 3 минуты вашего времени, чтобы я о ней вам более подробно рассказал. Итак, Street Fighter, часть 2. При теперешних требованиях к дисциплине в школах особенно не повозишься, не подерешься. Для такого случая и появилась несколько лет назад на приставках игра Street Fighter. Street – улица, Fighter – боец. Чего вместе получается? Правильно, уличный боец. Да не один, а целых 4. В этом варианте игры для приставки Dendy. Китайская девушка с внешностью гимназистки и ударом львицы по имени Чан Ли, белокурый юноша с ежиком на голове Гуиль, наш с вами соотечественник Амбал по фамилии Зангиев и, наконец, азиат Рью, неприметный каратист с повязкой на голове. Неназванный организатор затеял мировой чемпионат по уличным дракам. Драки эти происходят в разных местах земного шара, куда и съезжаются участники для того, чтобы помериться силами. Вот и весь, собственно, сюжет. Остальное в ваших руках, а точнее на кончиках пальцев, бегающих по кнопкам. Говоря честно, задумка авторов и возможности 8-битного процессора так и не сошлись воедино, как, например, в Street Fighter для Sega, о котором рассказ чуть позже в нашей программе. Уж очень неповоротливы здесь и схематичны движения героев. Но все это в сравнении не идет с азартом битвы, когда ты выходишь на арену, неважно в каком обличии, и превращаешься из троечника с несделанными уроками в супергероя. Шквал ударов, которым научиться не так уж легко, и противник повержен во прах. В пылу борьбы даже перестаешь замечать и графические недостатки, и простенькую балалайшную музыку, пиликающую где-то там далеко. Пока детвора всего мира познавала премудрости этой версии игры, на рынке видеоразвлечений появился Street Fighter 3. В 2 раза больше героев, в 2 раза больше возможностей победить или битому быть. В сотый раз убеждаешься, что тяга к выяснению отношений в честном бою живет в каждом из нас. И, конечно, удобно, что за стритфайтерскую драку
вас никогда не выгонят с урока и не напишут замечание в дневник. Street Fighter 2 для приставки Dendy. Я почти уверен, что все вы умеете правильно вставлять картриджи и вынимать их из приставки. Но, на всякий случай напомню, сначала мы выключаем приставку, а потом вынимаем картридж. Рекомендую для Саши, Ларина и для всех остальных, кто уже имеет или собирается купить Street Fighter 2, поиграть сначала с каким-нибудь вашим товарищем. Потому что, уверяю вас, если вы будете играть с самого начала с компьютером, у вас может ничего не получиться, и вы расстроитесь, и вам этот картридж не понравится. Позовите какого-нибудь соседа или вашего товарища из школы, назначьте себе игроков и, как вы любите говорить, рубитесь до потери сознания, пока кто-нибудь из вас не станет абсолютным чемпионом лестничной клетки, двора или класса. А уж потом можно браться за борьбу с компьютером. Ну а обладатели приставок на 16 бит, типа Sega Pro 16 или Sega Mega Drive 2, сейчас пришел ваш черед. Вы слегка с таким сарказмом и иронией смотрели предыдущий сюжет, потому что для вас, Dendy, это уже пройденный этап. Вам повезло, у вас есть более хорошие приставки, более качественный звук, более качественное изображение, но вам, как вы помните, пришлось за них отложить и выложить в магазине гораздо больше денег. Но для вас новинок тоже много появляется в торговой сети Dendy, и одна из них – вот этот картридж. Называется он по-английски «хук». «Хук» — это крюк. Наверное, вы поняли, о чем речь. Вспомните фильм про Питера Пэна и про страшного однорукого капитана. Если не помните, то давайте посмотрим маленький фрагмент из этой картины. Нет, но это нечестно. Просто какой-то летающий дьявол. Готовы? Огонь! Шел вниз, ты! Итак, вспомнили. Вспомнили историю Питера Пэна, историю довольно взрослого дядьки, который превращается в ребенка и отправляется в страну Неверландию, небывалию, можно так перевести на русский язык, чтобы спасать своих детей, которые попали в плен страшного пиратского капитана Крюка. Но, когда вы покупаете любой картридж, или вам приносят его ваши друзья, вы хотите поменяться, внимательно посмотрите на его обложку. Ну, во-первых, он должен быть нормальной, в пластмассовой коробке, никакой не в бумажной, и на нем должна быть яркая цветная картинка, полная гарантия того, что картридж рабочий, картридж фирменный, никакой подделки здесь нет. Так вот, вы берете картридж в руку, и вдруг видите на нем вот такую надпись. Тут написано Genesis. Genesis — это американская система видеоприставок на 16-бит. У нас эти приставки называются Sega Mega Drive 2, а в Америке они называются Genesis, Sega Genesis. Это значит, что эти картриджи не будут работать в вашей приставке без одного волшебного устройства. Вот оно у меня в руках. Это так называемый мега-ключ, мега-ки. Обязательно купите себе этот прибор, потому что без него ровно половину картриджей, которые в мире ходят и в которые вы могли бы поиграть, вам будут недоступны. Сзади есть переключатель. Такое синенькое окошечко с переключателем. Это и позволит вам на вашей приставке пользоваться любыми картриджами, которые вообще существуют в мире. Американскими, японскими и даже бразильскими, представляете? Поэтому мы открываем коробку с картриджем игры «Крюк». Еще раз видим надпись «Genesis». И смело вставляем внутрь мега-ключ. Мега-ки. Все. Теперь ваш картридж готов к работе. Итак, 16 бит. Приключения Питера Пэна в небывалии. Питер Пен, сорванец из сорванцов, ничем бы не отличался от миллионов мальчишек, если бы не умел летать. Таким даром наделила его девушка-колокольчик Тинкербелл. В
посыпая его время от времени волшебным порошком. Так он попал в страну Неверландию, где в самом конце мультфильма встретился в смертельном поединке с самим капитаном Крюком. В той схватке, как вы помните, он, естественно, победил. История Питера Пэна и легла в основу игры для 16-битной приставки Sega. На ваших экранах сразу второй уровень игры. Здесь, в дремучем лесу, в кронах деревьев прячутся многочисленные хулиганы, норовящие попасть в нашего героя жалящими стрелами. Пока у Питера был в руках волшебный меч, полученный в первом уровне, справиться с негодяями ему было просто. Но только он допустил ошибку, и скользкий меч вырвался из рук и упал на землю. В дальнейшем его можно отыскать где-нибудь под кустом, но некоторое время придется обходиться без него. Различные комбинации кнопок позволяют творить настоящие чудеса ловкости и акробатики. На первый взгляд игра Hook покажется вам довольно простой, но это впечатление обманчиво. 16-битные просторы картриджа поистине необъятны. Жаль, что в коротком рассказе мы не можем поведать вам обо всех красотах и сюрпризах этой игры. Хотим только посоветовать вам вникнуть в очарование игрушки. Заодно только шумовое оформление и музыку, в нее можно играть долго и упорно. Если рядом с вами не живет девушка-колокольчик Тинкербелл, и вас некому посыпать волшебной сверкающей пудрой, то хотя бы в мире новой реальности немудреный костюмчик Питера Пэна будет вам как раз впору. Вот такая вот игра. Она только недавно появилась в торговой сети Dendy, поэтому, если у вас накопилось достаточно денег, или родители вам так от широкой души дадут эти деньги, скорее бегите, покупайте этот картридж, он вам доставит массу удовольствия. Правда, не забудьте еще купить и мегаки. Повторяю, что эта вещь очень нужная. И если вы сначала так будете жадничать и думать, покупать или не покупать ее, не сомневайтесь, она вам пригодится еще миллион раз. А среди ваших писем, которые мы получаем, есть довольно странные вещи. Я открываю конверт, например, от Чернова Антона Михайловича. Наверное, Чернов Антон просто. И вместо письма вижу там регистрационную карточку, которую получает каждый, кто покупает приставку в фирменном магазине торговой сети Dendy. Эти карточки нам в передачу присылать совершенно не нужно. Когда вы получаете ее при покупке приставки, сразу же отправляйте по адресу 119-034, Москва, 34, Dendy. С этого момента вы официально становитесь членом большой семьи Dendy со всеми вытекающими прелестями. Но вы еще даже не догадываетесь, какая радость вас ждет. Я приглашаю вас в компьютерный центр обработки данных фирмы Dendy. А там вы все узнаете. Ой. Хорошо, что сегодня суббота, и мы никому не будем мешать здесь, в компьютерном центре обработки ваших регистрационных карточек. Еще раз объясню, что происходит. Ваши письма приходят сюда, по адресу Москва, Dendy 34. И все ваши регистрационные карточки внимательно изучаются, и данные из них заносятся в память вот этого нашего компьютера. Специально созданная программа компьютерщиками фирмы Stipler обрабатывает их и начинает в произвольном порядке мешать, как карты в колоде. На сегодняшний день у Dendy 150 тысяч членов нашей большой семьи. Представляете, сколько надо ума компьютеру, чтобы все эти ваши фамилии, адреса перетасовать, перемешать, и в конце концов компьютер ждет момента, когда я нажму вот на эту клавишу. Эта клавиша дает компьютеру команду, и он из 150 тысяч фамилий выбирает одну. Этот человек и станет сегодня победителем нашей компьютерной лотереи. Ну, а в качестве приза мы сегодня решили предложить вам вот что. Это очень нужная, очень важная вещь, о которой я сегодня уже говорил. Переходник Mega Key. Для того, чтобы на вашей приставке Sega вы могли играть любыми картриджами из любых стран. Итак, приз объявлен, компьютер думает, и мне остается только нажать на кнопку. Не глядя на монитор, чтобы я был объективным. Внимание! Награждается! Ха-ха! Редькин АА, Москва, проспект Мира, дом 79, квартира 122. Редькин АА, Алексей Александрович, Александр Алексеевич, Анатолий, не знаю. Короче говоря, Редькин, тебе повезло.
ты становишься обладателем великолепного адаптера Мега Кей. С этого момента твоя фамилия исчезает из памяти нашего компьютера, из ее лотерейного файла, и переходит совсем в другой файл. Об этом через несколько секунд. Везет же людям, а, смотрите, отправили по адресу маленький кусочек картона. И нежданно-негаданно выиграли такую нужную и важную вещь, как переходник Мега Кей. Но и это еще не все. Самая потрясающая затея в нашей лотерее заключается в том, что среди победителей каждого выпуска нашей передачи, где-то ближе к Новому году, а может быть чуть позже, мы разыграем вот эту вот потрясающую приставку Panasonic 3DO. Те из вас, кто был когда-нибудь в магазинах фирмы Denzi, прекрасно знают, о чем идет речь. Так что смотрите каждый выпуск нашей программы. Не пропустите свой шанс. Ой. Вот эта вот пачка писем у меня в руках, одна тысячная, может быть, одна десятитысячная часть той огромной корреспонденции, которую мы получили от вас с ответами на вопросы нашей викторины. И сегодня пришла пора подвести ее итоги. Я дней и ночей не спал, читал, открывал эти письма. Очень мало, увы, правильных ответов. Но это и не мудрено. Вопросы были не очень простые. Из нескольких тысяч писем, которые мы получили в адрес нашей программы с ответами на наши викторины, мы смогли выбрать всего одно с правильными ответами. Идеальный правильный ответ только в одном письме. Представляете? И вот сейчас перед вами одна из авторов этого письма, Лена Васильева. И твой брат Дима еще помогал. Или да. Ты ему помогал? Я ему помогала. Ты ему помогала? Да. Каким образом вообще вам удалось так досконально, точно ответить на все вопросы? Ну, мой брат очень хорошо играет в игры. Ну, мы просили картриджи у знакомых, у друзей. Ну, перелопатили множество литературы. Так. И правильно ответили на вопрос. Молодцы. Так вот, знаете что? Мало того, что они правильно ответили на вопрос первого викторины, конечно, на вопрос второго викторины правильно ответили. И сейчас настает такой торжественный момент, когда я должен вручить приз этой замечательной семейке. В двух словах, буквально правильные ответы. Максимальная скорость процессора 64 бита, совершенно верно. Это приставка Atari Jaguar. Ее пока у нас нет в продаже, но, наверное, скоро появится. Самый близкий к Кремлю магазин Denzi – это переход театральный ГУМ. Игры на букву S. Ну, там, боже мой, сколько можно будет игр написать. И Лена с Димой, кстати, написали, знаете сколько? Ни много ни мало, 67 штук. Вот. Ну и что еще? А площадь регистрационной карточки? А, игру Jurassic Park. Игру Jurassic Park для приставки Sega Mega Drive 2 создала сама фирма Sega в сотрудничестве с фирмой Blue Sky Software. Если вы прошли до конца эту игру, то в самом конце, в титрах, вы обязательно эту информацию получите. Но для этого нужно пройти игру, а она довольно сложная. И, наконец, последний вопрос. Площадь регистрационной карточки действительно 335-340 квадратных сантиметров. Ну, а те из вас, кто писали, что площадь ее 150-160, тоже право, потому что вы имели в виду половину карточки. А можно вычислить и площадь целой карточки. Это уж кому как нравится. Итак, правильные ответы, замечательная красивая девушка Лена и не менее замечательная приставка Sega Mega Drive 2. Это вам. Спасибо. Итак, вы только что познакомились с Леной и стали свидетелями торжественной церемонии вручения ей главного приза нашей викторины – приставки Sega Mega Drive 2. Ну а как же остальные, спросите вы? Я не сомневаюсь, что среди вас есть те, кто также правильно и полно ответил на все вопросы нашей викторины. Но дело в том, что Ленино письмо мы открыли раньше других. Вот вам и ответ на ваши возможные вопросы и претензии. Как вы помните, в нашей первой викторине было 5 вопросов, и победителей тоже стало 5. Кроме Лены и Димы Васильевых, призы получают те из вас, кто, может быть, не совсем правильно ответил на все вопросы, но тоже старался изо всех сил, бегал, где-то доставал правильный ответ. Итак, призы от нашей передачи получает Женя Власов. Он живет на Варшавском шоссе в доме 114, корпус 1, в квартире номер 43. Ему достается набор игровых картриджей для приставки Denzi. Женя, ты молодец, мы поздравляем тебя. Следующий победитель – Туманов Андрей из города Ногинска. С сегодняшнего дня он владеет картриджем для Sega, замечательной игрой «Крюк». Андрюша, наше поздравление. Филимонов Роман Владимирович. Можно просто Рома, ладно? Ты получаешь комплект журналов «Видео Ас Denzi» за свои старания. Московская область, город Подольск,
Октябрьский проспект, дом 19, квартира 58. Молодец! И последний приз. Майка с изображением нашего слоненка Дэнди. Вот такая красивая майка. Здесь слоненок, а тут написано «Дэнди. Новая реальность». Это название нашей передачи и главный лозунг фирмы Дэнди. Получает этот приз Петя Коц, который живет в Москве на улице Миклуха-Маклая в доме 38, квартире 232. Поздравляем всех победителей нашей первой викторины, а итоги следующие мы подведем, как только обработаем всю информацию и как только прочитаем каждое письмо, которое, кстати, продолжает еще приходить в адрес нашей программы. Всех поздравляем, молодцы, не пропустите наши передачи. Еще раз скажу о том, что меня очень радует в ваших письмах. Мне нравится, что вы не стесняетесь задавать вопросы, не стесняетесь писать о том, что чего-то не умеете, чего-то не можете добиться. Например, Стас Беляев из Москвы, ему 14 лет, спрашивает нас о кодах в игре «Эко-дельфин». Вася Печенкин, ему 11 лет, спрашивает коды из игры «МиГ-29». Андрей Аничкин никак не может пройти третий уровень игры «Микки Маус» и пятый уровень игры «Снайкер 2». Короче, есть у вас проблемы, а значит, есть работа для Саши и Дениса. Внимание, секреты от Дэнди. Ну что, за эту неделю, что мы с вами не виделись, я думаю, вы что-нибудь еще наковыряли, да? Конечно. Да? Спасибо. Чего есть новенького? Street Fighter 2. О, Street Fighter 2. Это моя любовь. Объясним нашим игрокам. Это моя любовь, моя печаль. Это самая любимая игра. Я в нее играю днем и ночью, никогда не мог пройти до конца. Самая лучшая. Мне кажется, да. Из аркады. Да, потому что... Ты до конца ее прошел? Конечно. Ну, естественно, я спрашиваю. Да, а ты? Да. Я не могу до конца пройти. Научим, понятно. Это вы нас всех научите в следующий раз. Я вставляю Street Fighter 2, производство фирмы Capcom. Начинаем. Вначале выбор у нас из 12 игроков, кем можно начать. Я играю все время Рю. Кстати, он самый сильный. И сильнее последнего главного, несколько раз. Да ты что? Он самый сильный в игре. Если ему не нравится играть, то он же убивает сразу всех. У Рю есть три удара. Не больно сильно, из простых ударов. Угу. Значит, первый удар, он делается с руками. Нужно нажать снизу в направлении противника и вправо. Нужно сделать под 40 градусов, то есть. Всего надо, все. И потом нажать кнопку, какую больше нужна. Теперь в ближнем бою есть такой удар, но очень тяжело делается. Нужно нажать вправо, потом вниз. И потом нужно сделать то же самое, как делается фаербол, снизу направо. На 40 градусов. На 40 градусов с кнопкой, если будет кнопка. Скажи, пожалуйста, сколько минут тебе вот требуется, чтобы пройти Street Fighter? 45. Я обычно сначала прохожу игру, а потом уже ищу секрет, зная всю эту игру, вдоль и поперёк. Да, скажи, что происходит. Я уже ищу секреты и так далее. А зачем ты их ищешь, если ты уже игру прошел? Ну, просто интересно все это. Еще, говорит, работа такая. Спасибо, ребята. До встречи в нашей следующей передаче. Да, если бы не Денис с Сашей, что бы я стал делать, не знаю. У меня никогда не хватает терпения и времени находить эти секреты и доходить какую-нибудь сложную игру до конца. Они мне очень здорово помогают, да и вам, наверное, тоже. Время нашей программы неумолимо подходит к концу. И прежде чем проститься, я хочу предложить вам очень интересную затею. Программа «Дэнди. Новая реальность» встречается со своими зрителями 28 октября в магазине на Красной Пресне ровно в 5 часов. Приготовьтесь задавать нам любые вопросы. До встречи в магазине «Дэнди». Пока! Любые игровые видеоприставки, фирменный сервис и надежные гарантии в магазинах «Дэнди». Красная Пресня, 34, Петровка, 12, переход метро «Театральная ГУМ», телефон 245.